Всем здравствуйте! Совсем недавно новость о резком ухудшении здоровья жены Юрия Шатунова появилась в публичном пространстве. Тревожную весть сообщил продюсер Герасимов. Концертный директор и продюсер Александр Герасимов заявил, что Светлана Шатунова попала в больницу. «Мне очень жалко его жену и детей. У него потрясающая семья, которую он оберегал от пристальных глаз многочисленной аудитории». У жены после известия о потере Юры начались проблемы с сердцем, она даже в больницу была вынуждена лечь. Как они теперь без него? Юра обеспечивал им все условия для комфортной жизни. Они жили в элитном районе Германии. Как она теперь будет? Девочка осталась в очень тяжелой ситуации одна, сообщил он. Узнав об этом заявлении, директор Шатунова Аркадий Кудряшов пришел в бешенство. Мужчина заверил, что Герасимов не имеет никакого отношения к семье артиста. «Это какая-то старая мерзкая жаба, которая назвала себя продюсером. Я первый раз слышу фамилию этого человека и вижу. Никакого отношения к Юре он не имеет». Отметим, что с первого дня на протяжении 35 лет директором Шатунова был Аркадий Кудряшов. «Комментировать то, что он там пишет, я не собираюсь. Как я могу комментировать слова мошенника? Есть официальные ресурсы Шатунова, надо опираться на них», – заявил Кудряшов. Напомним, долгое время Юрий вместе с семьей проживал в Германии. Пока артист находился на гастролях, его жена Светлана, сын Денис и дочь Стелла находились за границей. Они тут же приехали в столицу, когда узнали, что Юрия больше нет. Коллеги отмечают, что новость о уходе из жизни Шатунова подкосила их. «Сейчас им очень тяжело, но они выдержали этот страшный удар достойно, без срывов», говорил ранее директор Шатунова Аркадий Кудряшов. Именно он взял на себя большую часть забот по организации прощания, которое прошло на высшем уровне. «Будем надеяться, что семья знаменитости и в дальнейшем сможет справиться со всеми тяготами судьбы. А у нас на этом все. Берегите себя и своих близких. Всем пока!»